Закат первого дня. Пока в море сильных приключений не было, но было кое-что. И самое главное, к сожалению, упустили и мормышку, и леску. Не знаем почему. Скорее всего, наша ошибка, где-нибудь что-нибудь намотали на морской траве и выкинули. Ну вот такая вот красота. Идем сейчас на... в принципе, идем на юго-запад пока. Скоро повернем и уже будет на юг. Вот мы проходим нижнюю часть Саманы. Там какой-то лимон, что-то и так далее. И вот это уже нижнее окончание Саманы. Дождей не было, погода ровненькая, но ветер маленький.